австралийские сороки. А вот это с правой стороны ребенок серенький. А мы вышли прогуляться немножко по вот так. На Ботани Бэй. По-моему, это FedEx, что ли, пишут. И ветер очень сильный дует. Опять же, кто впервые у меня на канале, ребят, это Ботанический залив. Вот это вход. Капитан Кук приплыл сюда и припарковался с правой стороны. Как-нибудь мы с вами там доберемся, я надеюсь. Сейчас взлетит. Ой, слушайте, смотрите, на одной палочке катится. Что-то там уже вторая. Фаер-бригада едет, смотрите. Дует. Идем по кушарам. Я в этом году вас ни разу на залив не сводила. Ни разу ноги в воду я не окунула. Чтобы вы знали, где мы сейчас находимся. Ну, где-то вот здесь. А, вот он. Вот он, Ботанический залив. И смотрите, такие волны, и залив, вода вся мутная. А с той стороны находится порт Ботани. А вот это вот, что там лампочки сияют, это Сиднейский аэропорт. Самолеты видно? Вроде видно. Ночью очень красиво светится, как новогодняя елка. Все-таки этот телефон очень хорошо, ребят, приближает. Ну вот ближе не могу. Это вот Samsung S21. Сейчас тут крыска пробежала, я не успела ее снять. Я даже и не видела. Здесь это, по-моему, детскую площадку улучшают. Ну что, на качельке покачаемся. Ага. Ой, какой этот мягкий матрас. Коняги. Это все новое. Ну, в принципе, здесь такая красивая лодка была. И ее поменяли, так сказать, улучшили. Ну, только поставили вот это. А не знаю, там такая красота была. Лучше, чем вот это и
Ого. Нет, ну я на этой крутиться я не буду. Батюшки свет. Игорь, я на тебя смотрю сейчас, голова закружится, и я упаду. Вот тоже новая крутилка. Только меня 2 раза крутани и готово. Я потом весь день болеть буду. Все, я сижу с закрытыми глазами. Ребята, какой кошмар! У меня отсутствует вестибулярный аппарат. Пойдемте отсюда, от греха подальше. Это прямо у нас через дорогу от нашего дома. Ну, ветер теплый дует. А мы сейчас с вами прогуляемся на Брайтон Лесанс. Видите, народу не очень много, практически нет. Воздух свежий-свежий. Назвать. Игорь меня выгулял. Ой, ребята, и здесь новое нам что-то поставили. О, в джим ходить не надо. Вот это да. Это, по-моему, да. Игорь здесь тренировался. По-моему, снял золотое кольцо и, чтобы не мешало, так и его тут забыл. Ну вот, Гарри, в джим идти не надо. А вот это что делает? Ну-ка покажи. Это понятно, а это... А это что? Это для меня. Вот буду я сюда ходить, зарядки делать. Не тяжело? Ну, пока это все новенькое. Там. Тяжело? Знаете, на этой попробовала и стало очень интересно. А это что за? Ага, это значит ступеньки с одной на другую прыгать. Ну, молодцы. Ой-ой-ой-ой.
А на этой... Качаться? Слушайте. Ну, в общем, даже для меня есть какой-то... Вот тот, где там маленькая маленькая крутилка. А видите, что здесь пишут? Вход на пляж закрыт из-за эрозии. А эрозия, ребят, видите что? Тихий ужас. Все размывает. Им надо срочно здесь что-то делать. Вот сейчас, сейчас светло, и вы увидите. Смотрите, какая проблема. Игорь, а да, как далеко была земля? Ну, в общем, не знаю, вот это вот все, это вниз обвалилось, и вон уже подкрадывается к лавочкам. Видите, что тут происходит? И там все поразвалилось. Несколько хороших, вернее, несколько раз еще будет шторм. И это, представляете, с каждым штормом это все больше и больше подмывает сюда. И вот, вот уже дошло практически до дороги. Ребята, вообще все отвалилось. Ужас. Ужас. Они, знаете что? Вот эти растения посадили. Они думали, что ими как-то укрепят берег. И ничего это не помогло. Все, вон, смотрите, насколько близко подошла. Здесь находится очень красивый ресторан Grand Roxy. Все окна у него выходят на залив. Ну что, пройдем сейчас вот сюда. Посмотрим, что здесь делается. Ой, ребят, как я давно здесь не была. Не помню, когда. Наверное, год уже. Это называется Леди Робинсон пляж. И вот это вот все место называется Брайтон Лисанс. Ух, погода, смотрите, как... Волны. Волны прям как на открытом море, а не на заливе. Знаете, я думала, им запретили здесь курить. Видите, эти... Говорили, что Брайтон... сделают no smoke зона, а на том пятачке постоянно люди собираются и курят
забыла, господи. Шиша, кальян, господи, вот ведь, а. То кальян помню, шиша не помню, то наоборот. Ну, я смотрю, что пока ничего не поменялось в плане курения. Здесь тоже ресторан. И на первом этаже, и на втором. Что-то люди празднуют. Я Ой, небо какое красивое. Вот там самолет разворачивается. Самолет, самолет, посади меня в полет. Это душ. Ага, видите, что нарисовано? Значит, курить нельзя и барбекю нельзя поджигать. Но для них закон не писан. Ничего не видно. $2 стоит. Ой, как ветер дует. Ой, как ветер дует. Кук-парк. И через дорогу мы не пойдем, потому что там народу яблоку негде упасть. Там ресторанчик на ресторанчике. Кафетерии полна коробочка. А вот это Новотель, и сети этих отелей находятся по всему свету. Ну вот, я практически уже домой пришла, прогулялись. Мои дорогие зрители, надышались свежим австралийским воздухом. Ну а с вами была Элла Австралия. И увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие.